Улица Лавровая, 1. Судя по разрешению на строительство, которое землепользователю выдала мэрия, здесь должны были строить индивидуальный жилой дом. По факту же, по данному адресу возводят целый жилой комплекс. Застройщик приступает к строительству 4-го этажа. Администрация города Сочи обратилась с иском в суд о демонтаже незаконно возведенных конструкций и приведении объекта в разрешенное состояние. Кроме того, при подготовке искового материала в суд было установлено, что землепользователь данного земельного участка даже не попытался обратиться в администрацию города за получением разрешительной документации, то есть даже не предпринял попытки, а самовольно возводит в нарушение всех норм действующих данный объект. А судя по данным сайтов продаж недвижимости, застройщик планирует возвести вообще 12-этажный многоквартирный дом. Пока же здесь проживают строители. На каком основании они находятся на данной территории, сейчас выясняет полиция. Оценку же действиям самого застройщика вынесет суд. Администрация города ждет даты первого заседания.